испытаем полностью систему, проведем анализ этой воды, и тогда будем принимать решение. Недавно закончили спаивать трубу всю, Юрий Александрович. И сейчас приступаем, закупили материалы, подрядчики приступают с понедельника. Посмотрите, люди попросили в прошлом году это сделать. Мы изыскали возможность. Надо делать все везде, по всем районам. Мы эти деньги нашли, вложили сюда. Ваша задача, извините, на местах. Обеспечить комфортное и качественное переподключение, чтобы то, что построено, можно было использовать. Да, поэтому я прошу сконцентрироваться недели, полностью на работе по переподключению и до конца июля закончить эту работу, чтобы люди все могли, громада, пользоваться водопроводом новым, который был построен. Мы сейчас находимся на финальной стадии завершения работ. В проект, дело в том, что переподключение людей, подключение людей не было внесено, но мы уже с подрядчиком, сельским главой, изыскали возможности. Сейчас основная часть практически работы, которые заложены в проекте, выполнены на 100%. Идем впереди графика, потому что график у нас говорит о том, что мы должны закончить 1 августа эти работы. Только по водам, по основным работам проекта. Мы уже готовы пускать воду. Вода уже практически. Вода есть уже. Да, можем попробовать. Изыскали возможности обеспечить людей счетчиками. Счетчики будут бесплатно поставлены каждому абоненту. На людях остается только уже кому какая радость, кому какое желание, как у себя дома провести воду. Смотрите, все. Переподключение бесплатно. Счетчики бесплатно. Да. Труба новая, рваться не будет. Думаю, что это идеальная возможность сейчас воспользоваться всем тем, что мы сегодня сюда направили в Золочу. Скажіть, будь ласка, чи допоможете нам? Там теж потрібно робити ремонт, і ми їм виділили кошти. Безпрецедентно, тому що і сільські громади. Да, спільно вирішувати всі, всі проблеми і проєкти. Так повинно бути. Громада, влада, тільки разом. Наша славна Слобожанщина – гарний край, ми його всі любимо, тому будемо робити все для того, щоб він розвивався. В селі Сковородинівка проводимо інспекцію щодо ходу виконання робіт стосовно проведення водопроводу. 15 років не було нормального водопроводу, 300 абонентів, які на сьогоднішній день мають можливість перепідключення, тому бачимо, що всі роботи йдуть за графіком, будемо відвідувати і будемо дивитися, де ще можемо бути корисними громаді. Вже побували у школі, проінспектували хід її будівництва, сьогодні побачили, в якому стані дорожне покриття, над чим потрібно працювати. Сама особисто приїхалася, багато над чим треба працювати, багато чого потрібно виправляти, але зусиллями з боку громади, зусиллями з боку влади ми зробимо все можливе для того, щоб громадяни та жителі області відчували реальні справи та реальні результати. Водопровод у нас в течение последних 15-18 лет постоянно ломался. Постоянно были трещины, постоянно мне, как руководителю хозяйства, приходилось давать технику для ремонта. Поэтому спасибо администрации области, районной администрации за то, что выделили деньги. И мы теперь будем, и люди, все жители этого села будут спокойны за то, что каждый день у них будет постоянно вода. Гарантированно будет, что не будет поломки, не порвется труба и так далее, особенно в зимнее время. Что сделано сейчас, это ушло 2,5 недели. Но сейчас временно бригада работает в другом месте, пока люди решают, кому присоединять, кому нет. И я думаю, что с 1 июля, сегодня 1, вот где-то с понедельника, бригада возвращается, и в течение 2 недель водопровод будет запущен. Конечно, рады, конечно, положительный, потому что это прекрасно, когда бабушки 80 лет, а здесь пенсионеров очень много. Я как руководитель хозяйства местного знаю это, потому что мы им постоянно оказываем внимание. Вот, поэтому они очень рады и благодарны.